Ассалам алейкум, продолжаем, в общем, Resident Evil. Упрыгнул настройку умений. Чё у нас с настройками умений? Ой, 900 очков вообще. Ничего не осталось. Так, за этого прошел, значит, за Криса надо, Джейк. Джейк, ну давай за Криса, хрен с ним. Ну, в смысле, не то, что хрен с ним. Так, сложность обычная. О, за кого будем играть? За Криса, понятное дело. Да, наверное, все за него играют. Хер с ним, давай за Пирса сыграем, черт. Очень хочется, конечно, за Криса их играть. Так, сейчас опять нам какой-нибудь крутой мультик покажу, да? Со взрывами и поездами. Восточная Европа. Так где? В Чехословакии какой-нибудь. Странное какое-то у него пойло в стакане. Да. Давай еще, говорит. Ты ж как угадал. Может, тебе хватит, говорит? Ты ж, говорит, напился. Ой, блядь. Еле-еле ножичком такой режет. Пирс. Кто такой Пирс? Здесь хороших стейков не делают. Только в Америке, да? Да, блять, ну точно, точно, ну. Бульк. Fill her up. Наливаю, говорит. Have enough. Have enough. Listen, sweetheart. Слушай, говорит, я, говорит, вам сейчас весь бар сейчас разнесу здесь, весь, давай наливай. Ой, еще хамить, блин. Пш! Падла. Вот тебе за хамство, понял? Нет, и вали нахер отсюда, и дружка своего забери. Сейчас розочку сделают точно. Некуда идти, говорит. Ну, на улицу можешь выйти. Дама вас я замолила, да одете. Свали нахер. О, сейчас драться полезет. Да-да-да-да-да. Сейчас, говорит, добью тебя. Крис Редфилд, говорит, докатился до чего? У тебя ж пистолет есть, говорит, что ты за бутылку схватился-то? Ты, говорит, то еще такой. Сейчас мы, говорит, с тобой игру будем проходить. Вот меня так зовут, говорит. Мы же, говорит, с тобой это в одной организации служим. Как это, говорит, не помнишь? Чего, вообще ни хера, что не помнишь? Биотерроризм. Что? Я таких слов таких не знаю. Че у тебя штырит-то? Хорош, говорит, убегать от себя. Да Пирс я. У него нашивки вон даже на этом, на плечах. Из-за этой БСАА. Смотри, падла. Это, говорит, ваши люди, говорит. Все, говорит, померли. Ой. Сломай ему телефон просто. Либо Харин. Не уронил телефон, смотри. Я, говорит, сейчас блевануку устроил. Полгода искал. Давай, давай, мотивируй его. А чё их у вас так из бара и не выгнали, сидит в этом баре? Нарисовали бы... О, да ничего себе, нашивку увидел, да? В борьбе с биотерроризмом организация. Иди, говорит, возвращайся назад. У нас, говорит, вообще без тебя ничего не складывается. Опять, говорит, зомбари появились. О. Нихрена себе. То есть в бар-то там вообще никто не ходит, что ли, кроме этих организаций против биотеррористов, которые борются. Хуй, Херакс и отрезвел. Ладно, давай уже экшен какой-нибудь. У вас не получилось в этой игре с этим сюжетом вообще никак. I can't keep running away. Бегал же он, набухивался. The only way I'll get my life. Ой, в общем, надо опять все вспоминать, вернуть жизнь. О, Ваиб Китай. Плоский город такой, пипец, он на заднем плане. Эти, смотри, опять все взрывает, говорит. Да тут за Ace of Spades, говорит, дойдем.
сотрудники ООН какие-то. А китайцев спасать не надо, нахер на них. Поехали. Ю. Извините, я, блин, голос у меня пропал, поэтому сегодня грубоватый такой. Так, чё? О, менюшка другая, ни хрена себе. Я только к той меню привык, вы мне начинаете херню всякую делать, да? Ну пипец. Так, чё это у нас? Чик, это обычный автомат, а это снайперка. Давай, поехали с обычным автоматом. Пробел. Сейчас прилетит какой-нибудь... О, ящичек. Что там у вас происходит? Ладно. Чик, подобрали. Потрошки. Обнаружены враги у тройки бубен. Engage. Входим, говорит, соприкосновение с ними. Так, ладно. Ой, сюда что ли? Чик-чик-чик. О, спрятали ящичек. Какие-то гранаты у меня новые. Что за гранаты у меня? Нет. Ручная граната. О, с автоматиком хожу. Ладно, поехали. Чего? Чик-чик. Чё ты бьёшь чуваков-то? Они-то... Ой. Как это, говорит, всё связано с Америкой? Не имеет ли ваша организация к этому отношения? Блять, и меню другое. Так, чё у нас? Умение это выбрано? Вот, выбрано. Куча этих мне надавали, ну вот тут давай выбрали все. А мы не спешим никуда, мы тут оглядимся пока. Люди какие-то прячутся зачем-то. Зачем-то. О! Ой, ты куда поехал? Машину затоптали. Прием! На маршруте 4, кроме врагов, встречаются гражданские. Другие варианты. Пиу-пиу-пиу! Вот, нихера себе, кто там ш... Оля! Я опять все пропустил. Нихера себе. Чё бастардс-то? В смысле? В смысле бастардс? Через здание, говорит, валите. Ой-ой-ой! Сидел, ждал, пока я подойду. Сразу бросился. Ай-яй-яй, говорит. Так, сейчас у меня этих помощничков завалят, наверное. Альфа направляются к точке Туспик. После, говорит, с Дельтой их встречи продолжаем что-то там операцию. Так. Угу. Так, чё, как? А, вон 11 у меня. Ну, дурацкая идея. Не, ну прикольно, конечно, что за разных людей играешь разные эти. А давай ударим просто. Блять. Я говорю, ударим. Сука. Не дает ничего сделать. Вот, ну в смысле, так-то прикольно, что у разных людей разные телефончики. Типа и меню поэтому разное. Сейчас опять придется. О, висит гражданский. Так, чё? А, следующая дверь. Так. Бой оставился. Ой, блин. В общем, их там какие-то чуваки расстреливают. Китайцы, что ли? Штаб отряду Чарли, говорит, что-то там, давайте помогайте нахер. Сейчас, говорит, у нас тут всех перестали. А где отстали-то эти двое? Помощнички-то. Так, где там зомбари? О, они бывают всех без разбора. А, там еще и людей придется шмалять, да? Нихера себе. Прикольно. Так, да, застрелили.
Так. Пошли. Крис, пошли. Где он? Кто в него шмальнул? А, вот он сразу. О, сам себя лечит, нихера себе. А чё с глазами? Ой, блядь. Блядь, смотри, шмаляет. Он меня еще нашмалял, скотина. Что-то я не привык со стреляющими противниками. Да, привык, блин, по беззащитным зомби шмалять. А вот они теперь с автоматиками появились. Сразу, да, игра заиграла новыми красками. Тихо, тихо, блин. Опять вертолет, блин. Как вы любите с вертолетами, а тут всякую фигню придумали. Мув. Чё там? Чё ты сделал-то? А, вертолет подбил, нихера себе. Тихо. Чего? Блять, нахер вы камеру туда наверх закрепили? Блять, не вижу ничего. О, да, это надо остановить. Опять дорогу нам перекрыли. Остановить в смысле... Дорогу нам перекрывать? Задрали все время дорожку перекрывать. Так, дом сдавим. Так, ладно, куда пилим? По другому, говорит, маршруту пили. Здесь у нас все сожгли нахер. Ace of Spades. Капитан, говорит, что-нибудь вспомнили? Говорит, нихера, говорит, не помню. Кого вы еще с собой на задание-то взяли? Он нихера не помнит. Ага. Чё там? А, еще. Пим. Пим. Ладно. Заходим. Может, мне еще пятую часть Резидента поиграть? Если кто досмотрел до этого момента, напишите коммент. Стоит пятую часть играть? Нет, пятая хорошая часть. Предполагал, что будет немного не в форме. Подготовка, говорит, дает все знать. Да. Давай заходим. Give it to me. Эй! О, это как вторая часть. Эй! Да. Что-то я не понял, у меня оружие автоматическое или не автоматическое, как-то оно странно шмаляет. Блять! Сука! Блять, не могу привыкнуть. Че ты орешь без башки-то? О, блять! Да сука! Ага. Блять, что ты. Камера как-то. Да, плохому танцору, как обычно. Все мешает. Чего? А, можно, прикинь, переговариваться. Ну, это если с человеком. Давай. А что ты можешь сделать? Благодарить, хвалить, атакую сюда, жди, отступай. А, фигня. Бам. Все чисто, говорит. Так, ясчички. Так, у меня уже куча гранат. Я их никуда не использую, да, сколько? Ой, бля, завалил, сука. Отойди, а. Перекрыл мне. Ой. Вот сейчас орать будет кто-то. Вон он стоит. Блять. Кто там дышит как-то неприятно?
Штабу можем, не можем сдержать, блять, отступать. Чё, говорит, там происходит? Доложите обстановку. Давит она слишком много. В общем, мы приняли решение отступить нахер. Ты чё делаешь? Так. А, значит, все-таки туда бежать надо. Ладно, хер с ним, пошли, пошли, пошли. Кто там, бля, так дышит, сука? Астматичное дыхание, блядь. У тебя приятеля там расстреливают, я вижу, он там стоит еще один, ну. Хе-хе-хе. Тебя по дыханию слышно. Ох ты, блядь, и что, я почти воткнул нож. Побежал такой. Так, ящички в темноте стоят. Сейчас что-то будет, да? О, добивают. О, пиу. Что там? Что там? Я, говорит, сейчас крутым стану. Да бил бы уже. Ох ты. Немезида какая-то. А ты кто такой вообще? Почему у тебя такая-то херня вылезла? О-о-о-о. Сучка, блин, страшная. Ой, сейчас убьет этого. Привет! Чё там? Завалили опять тут? Ой, я, говорит, все вспомнил, все вспомнил. Хорош, говорит, выпендриваться тут у нас, видишь, какой противник интересный. Alpha to HQ. We just witnessed the Dwarva mutation. Shoot it. Keep them back. Блять! Что за граната у меня беспонтовая? А, все, да? Кто там? Ой, опять начинается. Да пофигу, так расстреляю. Ой. Да блять, чё не прыгаешь-то? Задымился. Блять, вот сейчас прыгает нормально. Чё? Блять, опять нормально прыгает. Чё-то непонятно, какая-то херня. Я думал, может, во время стрельбы типа прыжок не нажимался. Нет, вот хоба прыгнул. Хоба назад отпрыгнул. А, приседать же еще можно точно. И пополз ножками вперед. Ладно, нам сюда, видимо. Пиробил, пиробил. О, два вида гранат у нас будет, нихера себе. Это, по-моему, это стан гранаты, да? Какие? Световая, ну, граната. Ой, блядь. HQ to all teams.
Нихера себе. Так, давай бери нормальный автоматик. Ой, бля. Ой, это свой. Что-то я не поверил, что этот с рукой быстро помрет. Так вот. Хорошо, что свои неубиваемые. Их только по сюжету. Их только сюжет может убить. Так, пролазим. Че меня вперед-то все пускают? Ну, что-то вижу. Тинь-тинь-тинь-тинь. Ладно, поехали наверх. Ой. Сука. Напугали меня чуть-чуть. Штаб Альфа, что там у вас? Потеряна связь с разведкой. В общем, осторожненько, говорит. Да, что ты там? А. Встает, бля. Встал сейчас, сука. Давай, хорош там пендриваться. Блядь. Видал, говорит, пахло, стрелял. Все. Кончился. Так. Осматриваемся в помещениях, хоть какая-то знакомая локация. Или нет, показалось. Ни хрена себе. Разруха какая. О, блядь, да я твою сучка. Чё ты там со своими глазами? Блять, теперь этих гранат до херища. Так, а чё это у вас здесь банки с чем стоят? Закрутки что? Ага. Че мы здесь обыскиваем? Ай, блядь, сука, пидор. Опять не прыгали, видел, он прыгал. Ой, дергался. Не очень хорошо. Так. Угу. Так, подлечимся чуток. Угу. Ну давай, давай, пофиг. Так, одна. Че мы тут? Зачем мы квартиры обыскиваем? А ящик локеры открываются? Нет. Сука, пугать меня будут. А мне нравится, как в это. Здесь Китай показали. Я, правда, в Китае не был, но примерно так я его и представлял. Вот эти вот зда... Чё ты, кто такой? С пистолетом стоит, смотри. Ой.
Чё там? Кто орёт-то? Где пробел срабатывал? Где-то тут пробел срабатывал. Ни хера себе не срабатывает. Так, патроны заряжай. Где ты там? А, блядь, сука, тупорылый. Так, куда-то мы наверх залезли. Что-то там сейчас будет, видимо. О, крыши, блин, сейчас перестрелки точно будут. Так, ну-ка. Штаб отряду, жилое здание, это тупик. Взятые заложники, сотрудники ООН находятся внутри, начинайте греть. Да, блядь. Спрыгивайте сюда, не хотите, да? Блядь. Ой-ой-ой! Тихо, блин, что за херота летает? Ой! Кто шмаляет? А, подожди. Че там рубишься сам, что ли? Блять, пошел. Нихера себе. Сам туда направился без меня. Я кто тут главный? Ну я же. Так, что у нас здесь есть? Патроны. Патронов нема. Полезли. Чик. Чё я тут понасобирал же, чё-то не насобирал, а понастрелял же всяких. Дайте патрончиков чуть-чуть. Я просто хотел смотреться. Нахер они вот здание вот так? Чё, ремонт там типа что ли проводится? Так, ладно. Автомат другой возьми, у которого 10 патронов, сука. Ой, тихо-тихо, не пугайте меня. Вот эти дома из говна и палок сделаны. Чарли говорит штабу, что там? Перегруппировали, ждем приказы. У нас тяжелая ситуация. Помощь нужна. Вас понял. Так. Ну, кто-то дышит, слышно. Прям наверху и дышит, наверное, да? Ой. Бучу-бучу. Блять, да что ты, а? А, блять. Рядом кто-то, да? А чё ты упал-то? Ой, блять, вон они где стоят. Да хорош! Не вижу ни хера. Перекрываешь мне зону обзора. Угу. Блять! Ой, вертолетик. Блять, это что такое? Патронов ни хера нет. Да, да. Еще меня кацанули все-таки. Все, говорит, чисто. Наверх можно залезть. А, вон ящик. Патроны. Ладно. Там наверху-то ничего нет. Какие-то скучные какие-то перестрелочки были.
Ну это потому что я туплю. Ладно, поехали сюда. А, спуститься надо на этой херне. Блять. Ой, блять! Сука, ничего себе. Ой, капитан, ёкарный бабайн. По нам из ракетницы шмальнули. Чего, где? А. Блять. А, вот еще. Да блять, где ты там нахер? А, вон. Так, ладно, я понял, понял, все, идем. Мы спросим подкрепление у штаба. Охренеть. Так, я один остался, да? Куда вы там побежали? Да-да-да, я тоже думаю, куда вы побежали, блядь? No problem, captain. Чё там опять до сих пор ползаете? Ладно, шмаляют. Вроде как. Так, домики осмотрели. Ничего вроде нет, да? Поехали. HQ to Bravo. Alpha needs to move out to Ace of Spades. Can you relieve them? Alpha. Roger. Да, coming in from the four hearts. En route to assist. Так. Идем, идем, идем. Так, здесь у нас перепрыгивание. Че еще здесь? А, этот хмырь, блин. Че, дурачок? Кто там дышит, блин? Уее! Фу, противно так дышит. А! Подожди, наверху что ли? Они, наверное, бесконечные, блин. Чё я патроны на них трачу? О! Крис сюда припёрся. Ой, по мне шмаляют откуда-то. Откуда, бля? О, сука. А, вон. Ой, птичка летучая. Блять, попади. Сука. А где там вторая птичка? Вторая птичка тоже кончилась. Нет, не кончилась. Где там? Фу ты, блин. Так, ладно, пиши сюда, говорю, пилим. Пошли, говорит, почти, говорит, почти дошли. Угу. Давай. Чик. Так, сейчас что-нибудь опять под ногами отваливаться будет. Опа! Да-да-да-да. Ну как уж без этого-то? Где RPG? А! Нет, не он. О, блядь. Да, блядь, хорош! Меня уронили. Так, где еще стрельба? А, вон он.
Деклана. Хорош вы это, как его меня... Блядь. О, бля! Сука! Ну... Ага, блядь, что-то мне настреляли так хорошо. Настреляли просто на приотличненько. Бочка тут стоит. Очень опасная на вид. А чё? А. Я думал, что за, блин, релейный шкаф залазить или куда там. Так, поезжи. Ну это туда. Бочки зачем вы расставили? Меня волнуют эти бочки. Не просто так же. Так, ждите дальнейших указаний. Чудо там команда Браво. Отлично, можно передохнуть, да? Боюсь, сейчас мы не передохнем. Чего? Ага, вот для... Прям над нами, да? Ага, вот для чего бочечки. О, бля! Ага. Alpha team surrounded by hostiles. Get to the Ace of Spades on. Бля. Бля, ты задрал перезаряжаться. Alpha team, this is Bravo. We're moving as fast as we can. Keep your panties on, everyone. Alpha team here. Roger that. We'll do what we can until you get here. Ага. Ой, патроны закончились. Ах ты, сука. Ладно, Крис, ты пока там. Воюй. Столько, сколько нужно. Где черти подкрепление? Да хер его знает, где. Блять, камера задрала. Ну, еще один, блять. Так, ой. Рады вас видеть. Давай, 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 забираемся. Finally. Choose your targets and let's finish this. Choose your target. О, кончились патроны. Ой, не патроны. Ой, херня летучая. Ой, блядь, рядом со мной прилетело. Ой, он ударил меня. Кто тут, бля? Ой. Ой, ай-яй-яй, летучая херня. Угу. Сука. Вот так приключение. Вот я уже весь израненный. Ну прикольно. Кто там, бля, душит еще?
А, там сюда, да? Блять. А, нет, туда. Ой, блять. Ну, пойдем помогать. Что же делать-то? Пришло подкрепление. Сам, блин, не мог справиться. Так, следующее задание. Спасти заложников, первый седьмой этаж. Покинуть здание. Как только, говорит, свалите, будет бомбардировочка. Все как мы любим, да. Ай. Ой, блядь. Бля, тут начинается. Ну, Крис ЧПРСТ! Чё ты застрял-то? Сука, Крис, блин. Ааа, блядь! Ага, со снайп... Блять, ты опять меня дорогу будешь перекрывать, что ли? Со снайперкой-то в таких закрытых помещениях сама оно воевать, блять. Тут где-то секретки есть. Ну-ка, эти ящики ломаются. Так, куда? Вот туда, говорит, пили. Надо здесь все смотреть. О, зеленка. Так, ладно. Таблеточки какие-то волшебные жрет. Интересные таблеточки. Тоже, наверное, не отказался перекусить этими таблеточками-то. Так, ладно, здесь вроде все обыскали, да? Хоба. Патронов лучше бы дали, каких-то коней мне с пешками. Застрял, чувак. Засуетился. Эй, туда не пускает. Чё там в окошке увидел? А, о, седьмой этаж. А вот еще первый. Но мы сначала на седьмой сходим, да? Пошли. Заложники где-то тут должны быть. Чувак такой горбатится. Так, где у вас там заложники? Показывайте. Ой-ой-ой-ой. О, стоит. А, эти дурак дальше пробежал. Ну вот что за чушь? Давай бегите сюда. На звук выходите. Что-то там устроили. Пофигу солдату вообще насрать, говорит. О, бля, брать себе, ой, фу, сука, какой страшный, ай, блядь, сука, вы видели, сука, чуть страшный. На. Паучки, бля. Чё, где патрон? А, вон патрон. Нет, давай назад, там ящички стоят.
Чих-чих-чих-чих-чих-чих. Так. Камера за углы что-то запинается. Фу, паучки страшные будут. Куда ты побежал? Заложники прямо перед вами. Противника и уничтожить этих, вытащить. Давай, сделаем. Стоят кривляются. Атакуем. О, бля. Ой, бля. Куда ты потащил? Бля. Блять, нихуя себе. Так, подожди. Ну ладно, они же не умрут, наверное. Или умрут. Так, здесь у нас в помещении нихера ничего нет. Ладно, пофигу, пошли спасать. Че уж, че поделать, придется. О, противники появились опять там. Дышит он там. Ой! Сука! Еще один! Стоит, не атакует. Так, заложник освобожден один. Тетка. Блять, стреляй! Ой, всякой херни. Где последний заложник? А вон 5 метров. А чё, куда он делся-то? О, он наверх убежал, бля, падал. Ой. Бля. Сука. А, тихо, еще приближать можно. Ух ты, нифига у меня какая. Я еще, оказывается, автоматические режимы есть. Бля, пипец, пол игры играл. Не пол, четверть игры играл. Не знал, что тут есть такие приколюшки. Так, ладно. Блять, падла. Сука, ты задрал бегать. Бля. Иди сюда. Блять. Сука. Мужик, ну вот тебе не повезло, я тебя пришел спасать. Я очень плохо спасаю, видимо. Ай, бля, это хорош толкаться-то ты. Блять. Камера, сука. Да-да-да. Как танцору, блин. Все мешает. Иди сюда. Бля, ты задрал, да? Я сгорел, сучка. На 8-м этаже. Че, дальше пошли, да? Ой.
Так, теперь на первый этаж попилили. Ну. Так, блин, что у нас с жизнями? Жизнями не очень хорошо. Давай так сделаем. Так, на седьмом вроде все облазили, да? Куда ты побежал? На шестом. Че? Тут у нас закрыто. Я уже думал, тут каждый этаж сейчас будем прохерачивать. Ой-ой-ой. Чего ты мне показываешь, что туда, блин? Типа спускаться, что ли? This way. This way. А, вон туда показывает. Где монстеры? О. Блять, не то. Ладно, я понял, не понял. Ты прошел, а главное, что здесь никого нет. Целая локация пустует. Милые эти, так вот. Милые торговые ряды такие, миленькие. Со свиными бошками отрезанными. Так. Че за звуки, блин? Так, у нас больше нет никаких этих здесь, блин, интересных штучек. Ладно, нет, так нет, пошли сюда. О, на лифте поедем. Вдвоем, что ли? А где чуваки отста... А, и остались чуваки, они утащили этих заложников. Пошли относить в безопасное место. Так, ну-ка, в штабу надо что-то... Все заложники на 15 этаже освобождены, выходим из здания. А, мы на первом, да? Нам нужно на первом сейчас захерачить. Да фиг тебе, говорит. Лифт тебе сломаем, пешком пойдешь. Сейчас упадем, говорит. Сейчас будем оттуда лазить. Давай. О, столько здесь всяких. Чего? А, вытащить его надо. Да ладно, сидел бы, чё. Сейчас рухнет. О, блядь, ты блядь, сука. Нихера себе, блядь, падла. Файн. Ящики там подобрать надо. А чего? Ой. Где ты там, блядь? О, пулеметчик, это прикольно. Да, блядь, кто там шмаляет? А, вот так вот, да? Блядь! Он меня зацепил. А то, блядь, сверху ты с гранатомета шмаляешь. Блядь, возьми прицел, бля, да какая-то херня. Сейчас меня выстрелит. Бля. Он меня со снайперкой не хотел выходить почему-то. Все, выбрались. А вон чуваки ползут. Блять. Don't let
Где, блядь? Сука, встань! Блядь! Давай, давай. О, еще. Кто там, бля? Да, снайперка в помещении, конечно, нормально шмалять. Где там? А, блин. Блять, мимо. А-а-а. Куда ты побежал? Кто там, блядь? Ага, еще один вставать. Блядь, мимо. На, в грудак. На, в бошку. Клир, да? Фу, слава богу. Так, опять я весь коцанный, перекоцанный. Где зеленку? Ой, зеленку. Траву где-нибудь дайте. Она же должна быть где-нибудь, трава. Хоба. Какие-то. О! Ай, блядь, туда не хочет, сука. Осмотрелись вроде штучек всяких, дрючек. Штучек, дрючек вроде нет. Куда идти? Вот, ой, блядь, я уже забыл. Поехали. Одну штучку сожрем. То у меня опять под... Ой, не патроны, лечилки. Опять дефицит с лечилок, в общем. This is Delta One. I'm clear of the building. Покинули здание. Одни вы остались, неумехи, блин. С Крисом. Шалянда эти где-то. Ой. Сейчас набегут. Бля. Да хорош! Ты как покинули здание? Альфа внутри. О! Во! Это нормуль. Так, ладно, пока возьмем этот автоматик. Кто? А, блядь, у него внизу, сука. Да дай спрыгнем, хер с ним. Чё ты, блин, прикрываешься, скотина, что ли, ещё? Ой! Ага, надо было его быстренько замечить, да? Так, заложник освобождён. Валите нахер, говорит, оттуда, чё вы там забыли? Ну уж, говорит,
народная американская забава, уж горим воспользоваться, а разбомбить все нахер вокруг, а вы тут мешаетесь. Хотя америкосы, конечно, могут. Че это? А, это наши. Отбомбиться и по своим. Например, работяги, которые вдруг бастовать надумают. Все, говорит, хер с ним, говорит, будем бомбить. Сейчас, говорит, веселой. А бомбить-то, говорит, все равно будет. Мы застряли. В смысле, I don't know? Выбираться, мы же в компьютерной игре. Ну. Выйти через третий этаж. Че, за время или нет? Хер с ним, давай осмотримся. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Так, ну мы здесь были, да. Пошли с этой стороны. Ой, куда прыжок? А, сюда. А, сюда не пускают, все, давай. Горит интересное такое. Немедленно, говорит, валите. Подготовка к бомбардировке закончена. Самолеты, говорит, в воздухе. Крис застрял где-то. Крис, ёб твою мать, блин, что ты там застрял-то? А, во, хорошо. Тут как раз противники. Да? И чё, мы победили или чё? Они начали бомбардировку, похожим плевать, конечно, плевать. Так, чё у нас? Так, здесь коробка, не коробка. Опа, всё расхер... Так, не туда побежали. Или туда. Туда. Ой, Криса заразвалило. И он умер. В смысле, не я погиб, Крис погиб, чё за прикол? Че, серьезно, нужно быстро было убегать, что ли? Чего его завалили, это дебило? Все, ладно, недалеко сохранились. А, и мне жизни восстановили. Так, блять, да хорош! Блин! Ага. О, скорее, что скорее? А, быстрее бежим, да? Ой! Блять! Перепрыгивай, блин, бежим. Все, вышли, вышли, вышли. А-а-а, блять! Ты бы сразу вытащил. Че ты? Все, валим отсюда, да. Вот америкосы опять бомбить все будут. Сейчас. Эу, как раз ракетой. В нас целились, видимо. Все, ушли. Вот это, говорит, ракетой. Точно попадем. Да что за, говорит, херня? Реально же, говорит, у нас ракета летела. Пипец, говорит, ужас. Ужас! Просто. Нихера себе дом сложили, прикинь, тремя ракетами. Или сколько там? О! Эти коконы сраные. Сейчас из них что-то понавылупляется. Ай, говорит, вспомнил! Вспомнил! Лучше бы, говорит, забыл. Или что там у тебя? Инсульт ебанул, что ли? Чего ты фамилии начал вспоминать? Так, конец главы. Ну и на сегодня, думаю, все. Получен именной жетон. Какой-то Пирс Нивенс. Пока-пока. Продолжение в следующий раз. Ранг С, нихера себе.